Книга пророка Исаии. Так говорит Господь, святый Израиль и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки, распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь, труды египтян и торговля ефиоплян и савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою и будут умолять тебя, говоря: «У тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты – Бог сокровенный, Бог Израилев Спаситель». Книга притчей Соломоновых. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех. И кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого, себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Ропотливый ни к какому делу не годен и не имеет расположения. Он ленив и всегда имеет наготове предлог к отговорке от дела. И других развращает он, говоря: и на что это, и то к чему, и вот всем никакой нет пользы. Ленивый, когда зовут его на псалмопение, раздражается. Когда будет на бдение, отговаривается болью живота и головы. Если делают ему увещание, он говорит: «Себя учи». Если учат чему, кричит: «Сам знаю». Человеку, который в силах работать, нехорошо есть чужой хлеб в праздности, когда апостол говорит: «Без стужения себе соблюдох и соблюду».
Ропотливый монах терпит большой вред. Кто же все переносит мужественно, тот наследует радость. Если найдет на тебя дух уныни, не оставляй своего дома, но противостань сему духу с терпением. Да не убедит тебя помысел, внушающий перейти с места на место. Ибо если склонишься на сей помысел, то никогда не будет у тебя терпения. Не говори, монах, здесь брань и теснота, а там, в таком-то месте, покойная и беспечальная жизнь, загадывая перейти туда. Ибо знаешь ли, кто ведет с нами брань? Не враг ли наш дьявол? А он обходит всю Поднебесную. Так как куда бы ты ни пошел, везде будешь в Поднебесье, то везде будешь доступен дьяволу. Почему лучше, оставаясь на месте, противостать дьяволу, и он бежит от тебя, и напротив, приближься к Богу, и он приближится к тебе? Ленивый монах представляет в предлог и говорит: сегодня здесь живу, а завтра пойду в другое место. Для чего же мне трудиться? Много предлогов собирает себе ленивый монах, и сонливый впадет в беды. Кто постоянно переходит из одной кельи в другую, тот приобретает суетные помыслы. Кто же пребывает в одном месте, тот более безмолвствует. Бродящий монах не неуязвим, если не будет трезвиться, а пребывающий на том месте, как призван, скорее найдет покой. Приятна тебе праздность, но горек конец ее. Изнемогаешь, работая, но возвеселишься впоследствии. Монах ленивый и самолюбивый, саможалительный, как скоро увидел работу, прячется, а за ужином ставит себя в числе первых. Памятование о смерти и наказаниях есть меч против беса уныния. Из тяжких тяжко иго уныния, особенно если имеет оно с поборницей неверия, ибо плоды его исполнены смертоносного яда. Оставил ты, монах, келью и ходишь по миру. Уже ли не боишься беззакония и пререкания в ограде? Кто ленивее того жаждущего, который сидит близ источника и не протянет рук, чтобы, взяв воду, утолить жажду? И кто нерадивее человека, который владеет книгою и не родит о чтении? Потрудись с тем, кому желательно выучиться грамоте, чтобы, читая о чудных делах Божиих, благословлял он чудное имя, и Бог будет твоим мздовоздаятелем. На монаха в унынии нападает нерадение, а когда есть у него терпение, нападает высокоумие. Но кто действительно любит Господа, тот отклоняет то и другое. Ленивый монах во многом потерпит утрату, отрезвенный не пренебрежет ни одним часом. Не люби переходить с места на место, но лучше терпением извлекай пользу из неудобств, встречаемых на месте твоего жительства. Скажи мне, после того, как мы с тобой обойдем целый мир, не келья ли ожидает нас, если захотим спастись? А если и в общежитии оставаться нет у нас терпения, и в уединении не находим себе безмолвия, то где же, наконец, будет нам приют? Это походит на то, как если сказать: и теплоты солнечной переносить не могу, и тень для меня несносна. Боюсь, чтобы не укрыла нас, наконец, онная пещу. Будем тверды усердием, потому что слабость сердца противна добродетели. Не станем малодушествовать, если случится с нами небольшое уныние, но будем сами себя преневоливать, подобно доброму путнику. Путник, когда случится ему ослабеть на пути, не отказывается от цели дальнейшего путешествия, но утешает себя словами: «Еще немного, и дойдешь до ночлега, и отдохнешь». И Господь, видя, как мы принуждаем себя, подаст нам силу и облегчит затруднение. Для пропитания себя будем работать в уповании на Бога. Не скорби о труде. Многие, ничего не делая, тяготились самою беззаботностью. Учись работать, чтобы не учиться просить милостыню. Не будь небрежен к работе. Господь близ. Не будем унывать, сидя в келье, припоминая себе, что святые мученики
После многих истязаний заключаемы были в железные узы. Посему не будем бегать неудобств келии, не станем скучать за работою, помня, что многие святых ради Господа посылаемы были в рудокопни. Если бы мы жили в те времена, то неужели бы изменили жизни своей по причине мучений? Уже ли по причине крайне тесных обстоятельств отреклись бы от веры своей? Держись того места, на котором живешь, сопротивляясь ленности, ибо не перемены и не расстоянием места, но только внимательность ума можешь укротить страсти. Нам нужно терпение, чтобы волю Божию сотворши сподобиться обетований. Предающийся унынию далек от терпения, как больной от здоровья. Добродетель познается не в унынии, но в терпении. Терпение же обновляется и укрепляется, когда ум занят созерцанием и божественным поучением. Сим утучняемый ум приобретает силы, как тело от питания здоровыми снедями. Если же ум отступит от сей благодати и от сего достоинства, то действительно сделается бедным и немощным. Поэтому, свергнув в себя пристрастие к вещественному, упражняй ум свой в воном божественном делании. И не будет у тебя потребности переносить тело с места на место и изнурять оное странствованиями без благословных причин. Ибо Царствие Божие внутри нас есть. Когда заметишь в себе, что скучно для тебя чтение божественных писаний и неохотно слушаешь духовные наставления, тогда знай, что душа твоя впала в тяжкую болезнь, ибо это начало злоумия, которым болевшие пожали плод смерти. Блажен, кто ежечасно возделывает в себе прекрасные и добрые мысли и надеждою победил лукавую страсть уныния, с которой борются подвижники Господни. Блажен, кто в деле Господнем стал подобен мужественному воину, возбуждает ленивых и ободряет малодушных на пути Господнем. Блажен, кого не низложила, как немужественного, страсть уныния, но взял он совершенное терпение, за которое все святые получили венцы. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Ныпаче умымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Якуда оправдишеся во славе всех Твоих и победиши в нигда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя, мати моя, себо истину возлюбил еси безвестная и тайная, премудрости Твоей я явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыеши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто созижде во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздажди мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, уст не мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, и все жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и досозиждутся стены Иерусалимские,
тогда благоволишь жертву правды возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь твой тельцы. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи ли заступник мой Иси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловчи и от слови семя тележно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься, оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить и тело всех путей твоих. На руках возьмут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его. Долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тя упова душа моя. И на сень крылу Твоею надеюсь, донде же придет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Посла с небесей спаси мя, даде в поношение попирающие мя. Посла Бог милость свою и истину свою. И избави душу мою от среды скимнов, поспак смущен. Сынове человечести, зубы их оружие и стрелы, язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие, и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах. Яко возвеличися до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя. Воздвиг очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги Твои, я ниже воздремлет, храня Тя. Все не воздремлет, не живут, не храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнца не ожет тебе, не же луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Oh.
Ко Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии со умилением помолимся. Пресвятая Богородице, спаси нас! Царице моя преблагая, надежда моя, приятелище сиры и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зрищи мою разреши ту, яко